ваша команда. Ну, у вас же... Цветочки! Цветочки, ну у вас же и мальчики, против. Давайте что-нибудь, давайте весна, да? Нет? Солнце, давайте солнце. Зима? Зима, согласны? Итак, команда «Зима»! Ваша команда? Нефтяник! Нефтяник? Команда «Нефтяник»! Ну, и ваша команда как называется? Соколята, ничего себе, быстрый, наверное, да? Ну что ж, впереди у ваших капитанов есть мячи. Покажите, ребят, высоко вверх поднимите, покажите мячики, которые у вас есть. Вот. Итак, первое будет задание у нас такое. Мячики мы должны передавать с вами по команде назад. Назад. Просто передаем мячики назад. Так, давайте сделаем пробный вариант. Назад передаемся. Сзади стоящий взял мячик и передает снова назад. Получается у всех? Так, вот умнички. Так, у всех получается. Очень хорошо. Верните мячи тогда капитанам своим, тех, кто стоят впереди, деткам. Ну что, по моей команде начинаем передавать мячи. Чья команда успеет и передаст самое первое, та команда и выиграла. Готовы? Я буду свистеть.